жуть, 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 жуть. Привет-привет, с вами Китти Кейт. И сегодня на канале Малышери ТВ мы поиграем в игру про странную историю. А ты уже подписался на канал? Сделал кнопочку подписаться серой? Тогда подписывайся скорей. Так, по-моему, мы остановились на эпизоде 4. Мрачная сторона леса. Что же будет дальше? Кстати, а ты любишь играть в игры? Ставь лайк и пиши, какие игры твои самые любимые. А я обязательно поставлю сердечко под всеми вашими комментариями. Так, а пока мы попробуем тут постучаться, заглянуть. Ой, ты чё, Чё он убежал? Нет, ну я так не играю, чё он такой злой? Взял и убежал, так, а может быть его куда-нибудь заманить надо? Так, ладно, давай поставим пока сюда. Ха, суп из него отличный получился бы. Икс, икс. О, я могу сюда прыгнуть, а дальше не могу, походу. В окошечко выглянем. Так. А, кстати, а что если нам взять табуреточку какую-нибудь? Подожди-ка. Так, я кажется, ничего здесь сделать не могу. Так, мяско! Так, я сейчас не помню управление. Что там за чудище на меня смотрит? Так, мяско, я думала, можно поджарить. Жалко, что нельзя. Ух ты! Это грибок! Ой, в смысле? В смысле, на колени пал? Не-не-не, падать не надо. Давай-ка лучше пойдем поиграем. Туху! Попрыгали. Эй, ты что у меня падаешь, ты без перерыва? Так, давай-ка заглянем сюда. Что здесь у нас есть? Ой, ё-моё, это что за странное место? А это что за странное дерево? И на нем какие-то иероглифы? Это подозрительно. Так, интересно, мяско я куда-то могу использовать? Как использовать мясо? Что-то не пойму ничего. Ладно, сейчас разберемся. Так, там странная дверь. Здесь у нас можно как-то вот... О, отлично. Надо, наверное, мяско туда привязать, попробовать. Давай-ка попробуем. Как? Ладно, сейчас разберемся. Сходим-ка мы обратно в домик к чертику и посмотрим, что там есть интересного. Так, ладно, чертик спустился обратно. Посмотрим. Что это ты спустился? Эй, супер. А если вот так вот уйти и посмотреть, может он обратно выглянет к нам там? Секундочку. Так, о. Ой, я почти успела же. Так, ладно. А если попробовать забрать ее с собой? Никак. Но я так не играю. Давай, знаешь, что еще попробуем с тобой? Давай попробуем уйти, а потом подпрыгнуть на этой штуке и поймать его. Так, давай. Да ладно, я же его почти поймала. Почему не поймался? О, ведро! Ха, странно, что я его сразу не заметила. Так. Прыжок! Я знаю, куда нам нужно ведро, и мы можем, наверное, погасить. Погасить можем огонь сейчас. Супер. Вдруг нам это что-то даст. Посмотрим, что там в огне есть. Или куда мы там еще можем что-то применить. Как я сразу ведро не заметила. Так, огонечек, все в порядке. И что? И что мы можем сделать? Это странно. Может, еще воды принесем? Зачем мы потушили огонь, если он никуда не применяется? Так, и... И чё, больше не хочешь? Не, давай еще воды возьмем. Ведро ж есть. Ведро есть, это уже полдела сделано. Так, посмотрим, что там еще куда может быть. Можно здесь помыть что-нибудь, не знаю. Ой, какие-то странные звуки. Так, здесь иероглифы, ладно. Погнали назад, наверное. Так, а здесь что? Здесь ничего. Погнали. Так, здесь остыло все. И что толку мы потушили, если... Странно какие-то действия, если честно. Эх, давай еще обойдем, поищем что-нибудь интересненького.
Так, здесь бы чем-нибудь поколупаться. Так, а тут у нас что есть? О, грибок! Супер, надо изведать везде, понажимаем. Так, дерево еще есть, опа. О, палка! Палка-колупалка, наконец-то, я знаю, где ее применить. Я точно знаю, где ее применить. Палка-колупалка, отличный способ поколупаться в... О, это что такое? Странно. Ладно, давай сгоняем вот туда-сеньки. Кстати, грибок отлично прыгает. А может нам его в доме попробовать применить? Ну, сейчас разберемся. Так, а здесь что? Нет, тут нам надо выяснить, что писать, наверное. Так, ладно, погнали обратно. И попробуем грибочек подсунуть, да, и перепрыгнуть, что ли? Может быть, я запрыгну к этому чертику, надеюсь, он меня не съест. Как думаете, ребята, съест он меня или нет? О, точно, шикардос. Эй, и как здесь? А почему? А, может, его надо полить? Точно, точно. Вот я неумная женщина-то. И чё? Иголка. Выходи, черт. Чертяшка. Так, давай в ту сторону еще сбегаем. Так, здесь, я думаю, ничего. Я говорила, что мне это ведро точно еще пригодится. Вот оно и пригодилось. Так, давай здесь оставим ведро. Вдруг оно понадобится еще. Так, не, оставайся здесь. Виси здесь, ведро должно висеть на месте. Ой, что случилось? В смысле? Что-то исчезло. Ребята, как это понимать? У меня камень исчез. Ребята, камень исчез. Ну-ка. О, кошмар, что ты делаешь? Ёшкин кот, блин. Это вообще незаконно. Так, и что там? Нам надо, наверное, как тут нарисован. Блин, это что, жертвоприношение какое-то? Ё-моё! Ё-моё, я, кажется, не хочу такого леса. Ладно, погнали. Надеюсь, там будет все в порядке. Ёшкин кот. Так, мы куда-то спустились в какое-то странное помещение. А, это чудище здесь живет, что ли? Так, посмотрим, блин. Баба-йога идет! Нет, все в порядке. Закрыла дверь, проходим. Фу! А-а-а, жуть! Так, и что, дальше куда мы можем пройти? Пошли вперед! Блин, страшно капец. Это, знаете, раньше игра была про соседа какого-то. А, нет! Нет, она меня сейчас поймает! Боже, блин! Да что ж такое-то? Ладно, я поняла смысл этой игры. Надо здесь пройти дальше и успеть выжить каким-то образом. Так, ладно. Здесь посмотрим, шторочки приоткроем. Так, здесь ключик нужен. Ладно, ключика у нас нет пока. Здесь у нас ничего нету. Так, спрячемся сюда. Прячемся скорей! Погнали вниз. О, ключик какой-то прихватили с собой. Пригодится. О. Блин, куда спрятаться здесь еще можно? О, ключ. Конечно же, ключи всегда под подушкой хранят. Так, теперь мне надо как-то продумать, как отсюда смыться наверх. И чё? Какой мне гриб нужен? Это странно. Кто разбирается в грибах, ребята? Расскажите. Кто разбирается? Да, мухомор, что ли, какой-то возьмем же. Странно. Так, давай попробуем ей гриб подкинуть в суп, что ли. Секунду. Сейчас разберемся, ребятушки. Эта игра прикольная. Кстати, у нее на шее висит еще какой-то ключ. Так, погнали наверх. Добавим ей... А, нет. А, ё-моё, да что ж такое-то? Интересно, мы начнем с нашими сокровищами? Блин, все снова. Ну, что ж, ребята, давайте попробуем еще разочек. Так, здесь мы помним, у нас можно ключ какой-то найти. Здесь эта бабайка ходит. Кстати, а ты когда-нибудь боялся этих... страшных чудищ. Если боялся, пиши плюсик в комментариях. Я, если честно, тоже боюсь. Даже сейчас.
Так, ладно, погнали. Так, погнали, погнали, погнали. Возьмем эту штучку. Возьмем эту штучку. Воду не успела взять, блин. Ладно. Давай тогда попробуем. Попробуем вначале почиркать здесь, зажечь огонь. Здесь у нас что было? Ключик еще один. А он интересно, от чего, кстати? А хотя он, может быть, этот. А, это не окно вовсе. Это же, наверное, кладовая какая-то. Так, это ключик точно не отсюда. Ёшкин кот. Так, грибочки, я что-то не уверена, какой взять, но давай попробуем взять вот этот вот. Кстати, может быть, вот здесь это надо, вот здесь нарисован зеленый грибочек, давай возьмем зеленый. А давай-ка как на картинке, давай вот зеленый возьмем вначале. Такой? Такой зеленый с желтым, да, все отлично. А зачем мне огонь? Это палку-копалку не дают, ничего не дают. Так, ждем. Бабайка, уходи, не пугай народ, люд честной. Так, что-то она задумывает. Так, и что, погнали. Блин, да ладно. Да не догонишь ты меня. Ай, да ладно, как она меня догнала сюда? Не, я думала, она не будет спускаться. Это нечестно, мне кажется. Я реально думаю, это нечестно. Так, ладно, стоим, не жужжим. Фух. Так, она ушла, супер. А бабайка, улетай. Эх, бабайка, улетай. Так, воду возьмем еще и уходим отсюда. Гоним, гоним, гоним отсюда. Кстати, здесь, наверное, супик можно сварить. Точно, точно, точно. Давай-ка попробуем сюда. Точно, вот, нам надо зеленый, я думаю, гриб взять. Вот этот вот, вот этот. Давай, зеленый, как на картинке. Зеленый, желтый. Так, а какой из них желтый? Вот этот, что ли? Желтый, да, похож. Желтый. О, уже желтое стало. И с оранжевой головкой. Погоди. Оранжевая головка. Как его? Погоди. Кстати, ключик, да, возьмем. Ключик вещь полезная. Так, и оранжевая головка. Может быть, это вот этот маленький. Ну, по-моему, он похож, мне кажется. Ой, ядерная смесь. Так, и что мне теперь с ним сделать? Дайте, мне надо какой-нибудь сосуд, в который можно это положить. Так, ключ отсюда не подходит. А если прыгнуть и забрать что-нибудь? Баночку. Баночку, колупаночку. Так, ладно, что она? Куда пошла? О, пошла далеко. Погнали скорей. Не-не-не, я боюсь, что-то боюсь. Что-то боюсь, лучше постою внизу. Так, ладно, зелье мы сделали. Это уже полдела. Сейчас дождемся, когда она придет в ту комнату за грибочками или там за какой-то, за каким-то хламом, я бы сказала, потому что там вообще непонятно, чего мусорка какая-то. Она из нее готовит. Поднимемся. Нет, она не сюда. Блинский, да ладно! Да нет же, чё ж я поторопилась. Короче, понятно, она вначале выходит в одну комнату, потом выходит в другую комнату. И, так, вначале стоим, все. Сейчас разберемся. Она, короче, вначале ходит в одну комнату, потом ходит в другую комнату. Значит, нам надо, когда она идет второй раз, в это время бежать. Кстати, есть ли какая-нибудь скляночка по пути? Было бы отлично взять этого зельца, которое мы сейчас с вами сварганим, и накормить бабу-ягу. Так, раз, два. О, все, сбежали, отлично. Отлично. Так, давайте чиркаем здесь. Ставим воду. Грибочек сначала зеленый. Зеленый. Зеленый грибочек, давай. Опа! Обыч! Зеленые грибы! Красные грибы, желтые грибы. Так, желтый вот этот. Вот этот, да. Почему у меня одна рука? Желтый грибок. И оранжевый, по-моему, вот этот маленький мы брали. Сейчас попробуем, давай, супер! О, ядерная смесь. Так, ключик, ладно, ключик, все. Так, я, короче, могу спрятаться и сходить обратно. Может быть, там скляночка есть, кстати. Точно! Давайте-ка подождем и не будем торопить события. Потому что поторопишься, людей насмешишь. Она сейчас пойдет, скорее всего, в маленькую комнату. Да, сейчас посмотрим, куда она идет. Куда она идет, куда она идет, куда она идет. Так, она идет в маленькую комнату, значит, в следующий раз пойдет в большую. Все, good. Good, good, good. Так, давай, иди, бабушенце.
Так, идет мимо. Точно, 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 точно. Быстрее, быстрее, поднимайся, беги скорее. О, блин, капец, это страшно. Просто жесть какая-то. Так, нам теперь надо успеть быстро сходить, пока она здесь. Что, мы взяли скляночку какую-то? Ёшкин кот. А, фу, блин, посидим здесь. Так, куда она? Она сюда пришла вначале, потом пойдет туда. Склянка у нас есть. Сейчас мы дождемся. Все, все в порядке. Сейчас все разберемся. Не такая уж и сложная игра. Но, честно сказать, я бы с такое страшилище играть не стала. Это... Да ладно, как ты меня заметила? Да как так-то? Не, ребят, я больше так не могу. На сегодня все, хватит с меня. А вы пишите в комментариях, как пройти эту страшную женщину. И всем пока-пока.